Мобильное подразделение LG официально сложило свои полномочия, но производство компонентов продолжает существовать для других производителей смартфонов, включая ближайшего соседа Samsung. В южнокорейских СМИ сейчас появилась информация, что в грядущем Galaxy S21 Fan Edition будет присутствовать немного жизненной энергии LG. Galaxy S21 FE будет оснащен аккумулятором производства LG. Если быть точным, то говорят, что LG отвечает за производство аккумуляторных элементов для Galaxy S21 FE на своем заводе в Нанкине, Китай. Кроме того, в сообщении подтверждается, что аккумулятор S21 FE имеет емкость 4500 мАч, как и Galaxy S20 Fan Edition. При этом LG не рассматривается как поставщик батарей для премиальных устройств Samsung Galaxy. Таким образом, LG может стать одним из основных поставщиков аккумуляторов для мобильных устройств низкого и среднего уровня Samsung. Ожидается, что S21 FE будет представлен в конце лета или в начале осени этого года.